знаете, действительно, это не только ДТП, это и трагедия. Мы находимся на 327 километре федеральной автодороги второй категории Саратов-Нижний Новгород. Работает следственно-оперативная группа. Ну, предположительно, в районе 10 часов команда КВН, примерно 20-22 года, выдвигается непосредственно с Нижнего Новгорода после проведения мероприятия в Саратовскую область. Все предварительные данные проживают где-то в одном поселке в Саратовской области. Выдвигается здесь на 327 километре, водитель по ходу не справляется. Ввиду сложных дорожных условий, как вы видите, идет снег, наледь, накат, не справляется с рулевым управлением, выезжает на полосу встречного движения, осуществляет лобовое столкновение с автомобилем марки МАН. 46-й регион, это Курская область, везет подшипники непосредственно сюда, в Мордовию. В результате дорожно-транспортного происшествия трое у нас скончались на месте ДТП. 6 человек в тяжелом состоянии находятся в больнице, отвезли их в Мордовию, в центральную районную больницу. Еще раз повторюсь, работает следственно-оперативная группа, все причинно-следственные связи будут установлены. Но, увы, виновный дорожно-транспортного происшествия, если он и будет виновный, он погиб на месте ДТП. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жителям города Пензы и Пензенской области. В случае каких-либо дальних переездов, а лучше от них воздержаться в плохие погодные условия, непосредственно водительскому составу соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не превышать скоростной режим. Потому как, еще раз говорю, тяжелые погодные условия сейчас с наступлением зимы.